28 декабря в актовом зале городской администрации состоялось собрание руководителей торговых предприятий, управляющих компаний, а также частных предпринимателей по вопросу обеспечения общественной безопасности в местах массового пребывания людей в период проведения новогодних праздников и последующих выходных дней. Терроризм, угроза остается, никто ее не снимал, поэтому нам надо, всем надо быть бдительными. Что касается взаимодействия с правоохранительным органом, дополнительные маршруты правоохранительных органов, отдела полиции, добавлены усиленный вариант несения службы, они тоже переходят. Помимо этого, нужно полное взаимодействие ваших служб охраны с правоохранительными органами. Совещание состоялось по рекомендации антитеррористической комиссии под председательством руководителя аппарата антитеррористической комиссии города Хасавюрт Хайбулы Умарова. Также участие приняли заместитель главы администрации Шамсудин Халитов, начальник управления торговли, представители управления гражданской обороны, правоохранительных и надзорных органов. У вас СДПТ, добровольная пожарная дружина. Все в списке есть, фамилия, имя. Вот их надо вам вызвать, их, объяснить им, что вот эти дни они должны в двойном режиме работать, удвоенным. Чтобы за каждым вещем смотрели, кто петарды, если дети будут там, у кого салют, пусть их изымают. Почему у вас большинство продаются вещи, горючее там будет. Не дай Аллах, как он ребенок зажжет, он же не знает, что нельзя ее там зажигать, петарду или ракетницу. И попадет в контейнер, начнется пожар. Представителям городского бизнес-сообщества было рекомендовано подойти максимально ответственно к вопросу обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности посетителей рынков, торговых центров и других объектов предпринимательства. В ходе собрания всем собравшимся были розданы информационные бюллетени с методическими рекомендациями по организации деятельности руководителей в части обеспечения антитеррористической защищенности объектов. Зарема Хайбулаева, Пирмагомед, Пирмагомед. Информационная программа «Пульс».